Меня зовут Морозов Алексей Александрович, я из города Сыктывкар. Чего я жду от обучения в Китае? От обучения в Китае я жду вообще осознания, что такое Китай как бизнес-инструмент и как знания и навыки, полученные там, можно будет использовать в будущем для построения, не знаю, счастливой жизни. Может, немножко банально, но вот так. Планирую вернуться в Россию, чтобы прям поднимать с колен. Первым делом, когда приеду в Китай, я пойду гулять. Мне очень интересна культура этой страны, и я начну просто шляться по улице туда-сюда, ища что-нибудь интересное на свою пятую точку. Я с China Campus Network, потому что у меня сложилось впечатление об этой компании как о самой надежной. Если бы некоторые меня не перебивали, я бы закончил предложение красиво.